Привет! Меня зовут Вика Румянцева, и мы начинаем программу «Телезнайки». И в этом выпуске мы сделаем фрагмент кольчуги. Узнаем о маленьких изобретениях, которые облегчили нашу жизнь. Узнаем, как персонажи Чуковского вдохновили скульпторов и художников. Познакомимся с рыбкой, которая дерется со своим отражением. И научимся играть в настольный теннис. Хотела бы я попасть в сказку и познакомиться с любимыми героями. Ну хорошо, мы сегодня узнаем, как выглядит Робин Бобин Барабек, поможем Федоре вымыть посуду и отправимся в Африку гулять. Мы так вдохновились Чуковским и художники тоже, что некоторые из них захотели сделать специальные экспонаты для нашего проекта. Вот как, например, большой корабль доктора Айболита или вот тот вот замечательный крокодил, который солнце проглотил. А почему здесь столько домиков? Там свет, там солнце, которое он проглотил. Это как бы такое мое переосмысление вот сказки Чуковского, поэтому их много. А еще мы попали на именины к мухе Цикатухе. Здесь все как в стихотворении Чуковского. Приходила к мухе бабушка-пчела, мухе Цикатухе меду принесла. Бабочка-красавица, кушайте варенье, или вам не нравится наше угощение? Мы знаем, что выставка разделена на три зоны. Расскажите, на какие? Это три зоны, которые мы обнаружили, читая сказки Корнея Ивановича Чуковского. Мы заметили, что многие дети очень любили у него в сказках убегать в Африку, в которой живут африканские звери, такие как, например, слон, или зебра, или жираф. Еще у нас есть зона Англии, в которой живет Робин Бобин Барабек, который скушал 40 человек. Известно, что Корней Иванович Чуковский был отличным переводчиком детских стихов и очень любил Англию. И третья зона, в которой мы сейчас с вами находимся, это зона деревни. Мы сегодня побывали в сказочной Англии, Африке и даже погостили в деревенском домике у Корнея Чуковского. Посетили выставку «Перевод с Чуковского» Лиза Лисина и Ксюша Иванова. Я вот думаю, какую себе профессию выбрать? Только не хочется, чтобы она исчезла из жизни, как ямщик, трубочист или кузнец. А вот кузнец как раз-таки очень современная профессия. Например, кольчуга, которую они делают, используется в совершенно разных отраслях жизни. Мне удобно мизинцами отгибать половинки. То есть получается некий краб. Все смотрели «Футураму»? Помните доктора Зойберга? Ну, вот что-то наподобие этого. Есть у нас заготовка, это проволочка. Мы должны будем научиться накручивать кольца. Это точная реплика станков из Средневековья, когда еще крутили таким же образом. В этом стержне имеется дырка, в которую мы вставляем проволоку, зажимаем с другой стороны и пальцем прижимаем и тянем вниз. Таким образом мы накручиваем пружинку. Скажите, как появилась кольчуга? Точные даты появления первой кольчуги, к сожалению, историки до сих пор не знают, потому что постоянно находят какие-то обломки, какие-то обрывки. Самое первое на данный момент, которое я знаю, это скифское захоронение, 5 век до нашей эры. Там были найдены первые именно кусочки и фрагменты. Вторые, более уже поздние находки, это кельтское кладбище. Там уже был найден первый элемент кольчуги. Каким образом она распространялась именно по территории Евразии? Перешла сначала эта технология производства римлянам, которые воевали с кельтами. Те переняли эту технологию и стали использовать уже в своих доспехах. От римлян, дальше по Европе, и дошло оно и до нас. Проволока, станок для вытяжки, терпение, и через 2 недели кольчуга готова. Она весит 7 килограммов и защищает от скользящих ударов мечом и топором. Кольца самой кольчуги, они прокручиваются. То есть, когда идет косой либо режущий удар, клинок попадает
по кольцам и как бы скользит по ним. Поражающий эффект, он рассеивается. А зачем люди плетут кольчугу в наши дни? До сих пор находятся люди, это замечательно, которые возрождают эту историю, помнят, чтут, это реконструкторы. До сих пор кольчуга используется на скотобойнях, у мясников до сих пор фартуки и перчатки кольчужные. Сегодня кольчугу можно увидеть в музеях или кино, а мы ее сделали сами. Правда, за час мы сплели только вот такие маленькие сувенирчики. Постигли кузнечное ремесло Даниил Трубин и Влад Базилевский. Хорошо было быть изобретателем раньше. Придумал колесо, чайник или телефон и твоими же школьных учебниках. Но и раньше делать открытия было трудно. Сегодня мы узнаем о самых интересных изобретениях, которые упростили жизнь человека. Очень интересно посмотреть в своеобразное зеркало времени и увидеть, как раньше жили люди, представить, как им иногда было сложно совершать определенные действия. Ну вот, например, есть специальное приспособление, и не каждый сразу догадается, для чего оно нужно. Это крючочки, чтобы обувь было проще застегивать. И вот так вот посмотреть в зеркало времени, представить, как жили раньше люди, мне кажется, это очень интересно, и это вдохновляет на будущие изобретения, которые улучшат нашу жизнь. Вот так представляли наши дни изобретатели прошлых веков. Некоторые из их предсказаний сбылись. Например, изобретение подводной лодки, видеозвонка, аудиокниг. Для посетителей взрослых им интересно будет посмотреть на предметы, которые можно увидеть в витрине, на 3D-мэппинг, который представлен в нашем зале. А для ребят вашего возраста, конечно же, будет интересно что-то исследовать, сделать самому. Вы можете узнать некоторые законы физики, химии и провести ряд опытов, чтобы поближе представить себе жизнь изобретателей. Мы прошли весь квест, собрали все ключи. И теперь можем узнать, что профессор спрятал в зеркальной комнате. Похоже, это вечный двигатель. Еще на выставке можно самому что-нибудь изобрести и запатентовать. Побывали в зеркальной комнате, почувствовали себя изобретателями Милана Ануфриева и Егор Фокин. Давным-давно жители Таиланда обнаружили в реках очень агрессивных рыбок и решили развлекать публику рыбьими боями. И этих рыбок назвали петушками за плохой характер. И их повезли показывать всему миру. Вот они! В экспозиции рыбы-петушка нет. Но поскольку Новый год 2017 – это год огненного петуха, мы решили, что и в нашем океанариуме тоже должна быть рыбка, которая будет символом года, которая принесет нам всем удачи. Поэтому у нас есть три волшебных петушка, которые исполняют желания. Каждый самец считает, что он самый красивый, и он отстаивает это звание. Как содержать их вместе, если они дерутся? Нужен очень-очень-очень большой аквариум, где они будут в своем уголочке сидеть. Либо они живут абсолютно в разных аквариумах. Как дерутся петушки, мы проверять не будем. Но некоторые петушки так любят драться, что воюют со своим отражением. Проверим это с помощью зеркала. Рыбка встала к зеркалу боком. Это значит, что она угрожает своему сопернику. Чем надо кормить этих рыбок?
Эти рыбки едят почти все. Их можно кормить сухим кормом, живым кормом, мотылем, каретрой, а можно также мороженными кормами. Они очень неприхотливы в еде. У этих рыбок хороший аппетит? Да, очень хороший. Их даже можно перекормить, и если они объедятся, им может быть очень-очень плохо, поэтому не надо их сильно кормить. Даже если они показывают всем своим видом, что они могут съесть еще, они уже наелись. А где родина этих рыбок? Впервые петушков обнаружили очень давно, еще в начале 19 века. Случилось это в Таиланде. В то время он назывался сиам. Поэтому второе название этих рыбок – сиамские петушки. Какого цвета эти рыбки бывают? Они бывают самых разных цветов. Они бывают ярко-красные, синие, белые, пятнистые. И у них бывают разные хвосты и плавнички. Это все заслуга людей. А в природе это серенькая, очень невзрачная рыбка. Петушки исполняют желание, если их хорошенько похвалить. Познакомились с бойцовыми рыбками Полина Лысова и Азизбек Жуманьёв. Спорт делает человека сильным и выносливым. А я еще хочу хорошее зрение и быструю реакцию. Тогда тебе нужно заняться настольным теннисом. Научите нас, пожалуйста, играть в настольный теннис. Это очень легко, ребят. Смотрите, вот у вас есть ракеточки. Это основной инструмент для игры в настольный теннис. Берем ракетку таким образом, чтобы вот это ребро попадало между большим и указательным пальчиком. Вот сюда. Указательный палец мы кладем на вот эту вот плоскость ракетки. А что самое главное в настольном теннисе? Я считаю, что самое главное – это подача. Без нее нету никакой игры. Показываю. Подбрасываем. Бьем. И он перескакивает через сет. Когда вам соперник бьет мячик на вашу половину, он бьется об стол. Затем вам нужно подождать, пока он отскочит. И вот на этой дуге у него будет момент, где он немножечко зависнет и начнет опускаться. Вот в этот момент нужно его играть. Теннис раньше называли пинг-понг, потому что шарик при ударе ракетки издавал такие звуки. Пинг-понг. А чем полезна эта игра? Во-первых, это упражнение для глаз. Второй момент – это, конечно, координация. Третий момент – это, конечно, реакция. Вы учитесь быстро принимать решения. Если мы начнем играть в эту игру прямо сейчас, то у нас есть шанс стать чемпионами. Научились играть в настольный теннис Богдан Богданов и Маруся Быкова. На этом у меня все. Встретимся через неделю. Пока!